В Ереване продолжают не верить в нормализацию отношений с Баку и Анкарой. В Ереване рассматривают военные учения у своих границ как прямую угрозу безопасности страны. Главами Турции Мевлют Чавушоглу считает, что нормализация отношений с Арменией вполне возможна. На Горном Карабахе достигнут режим прекращения огня. Это хорошая возможность. Если перемирие будет долгосрочным, Турция и Азербайджан могут предпринять шаги для нормализации отношений с Арменией. «Мы будем координировать этот процесс с Азербайджаном», заявил глава МИД Турции во время пресс-конференции с немецким коллегой Хайку Маасом. В Армении же уверены, что подобные заявления со стороны Турции и Азербайджана не подкреплены никакими действиями, а значит, так и остаются просто словами. Заявления турецко-азербайджанского руководства никак не подкрепляются действиями, а противоречат друг другу. Турецко-азербайджанские военные учения у границ с Арменией в нарушении обязательств ОБСЕ не свидетельствуют о том, что руководство имеет мирные намерения в отношении Армении. Прекращение враждебных действий против Армении может создать условия для укрепления доверия в регионе, отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Речь идет о совместных турецко-азербайджанских военных учениях на территории Турции в провинции Карс, которая граничит с Арменией. Учения будут проходить с 1 по 12 февраля. В них будут задействованы танковые подразделения, пушечные батареи, военные вертолеты, войска специального назначения и снайперы.